11 новых услуг, 450 тысяч обращений с начала 2018 года. Многофункциональные центры Владивостока продолжают расширять сферу услуг. Теперь в МФЦ можно обратиться за получением более 200 видов помощи по оформлению различных документов. А скоро через многофункциональный центр можно будет подать жалобу на качество и безопасность товаров и услуг. Госдума в первом чтении рассмотрит законопроект, который позволит потребителю подать жалобу в Роспотребнадзор через МФЦ. Ну, я думаю, что будет заявление, то есть, ну, я хочу сказать, что МФЦ готова принимать любые, оказывать любые услуги для нашего населения. Мое видение, что данная услуга будет приниматься нашим заявителем, и мы будем передавать по каналам связи после подписания соответствующих документов. Эти документы Роспотребнадзор, где будут рассматриваться данные жалобы. Согласно статистике, ежегодно в Роспотребнадзор поступает более 700 тысяч обращений граждан. Жалуются на высокие коммунальные платежи, обман при заказах в интернет-магазинах, навязывание невыгодных условий по кредитам, хамство и обсчет продавцов в рознице. И, конечно, на реализацию некачественных товаров. При этом подавляющее большинство россиян не знают, как подать жалобу, либо не имеют технических возможностей направить ее в службу. МФЦ города Владивостока работает уже почти 4 года. Я думаю, что мало кто из наших жителей не знает о существовании МФЦ и то, как удобно подавать документы для получения тех или иных услуг, получать эти документы именно через МФЦ, потому что МФЦ находится во всех частях города, в доступных местах. Дорогу люди сюда знают, и понятно, что искать, где расположен тот или иной орган, человеку бывает достаточно сложно, да, не нужно, потому что по статистике, да, уже каждый горожанин, ну это статистика, да, в среднем обратился по 3 раза к нам. То есть практически каждый горожанин знает о нашем существовании. Все услуги в МФЦ оказывают бесплатно. Здесь можно оформить любые бумаги, от получения паспорта до открытия собственного дела. За время работы МФЦ сюда обратились почти 2 миллиона заявителей. Люди возле окон здесь есть всегда. Я в следующий раз обращусь в МФЦ за заменой паспорта по возрасту, за заменой загранпаспорта. И что еще как мне надо будет, я обращусь тоже в МФЦ. Почему? Потому что очень удобно, быстрее и немного времени уходит. Недалеко тот день, когда через МФЦ можно будет получить и те услуги, которые сегодня оказывают отделы ЗАГС. И это совсем не предел, уверены в МФЦ. Уже сегодня консультации по государственным и муниципальным услугам можно получить и просто позвонив в МФЦ. Анна Бережная, Светлана Садовая, Алексей Заровный. Новости на Восьмом.